Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать. С вами очередной выпуск программы «Пойдем в кино». Обзоры кинопремьер этой недели. Начну с не очень хорошей новости. В связи с распространением коронавируса по всему миру, многие кинокомпании отменили свои большие проекты. Это такие, как 26 марта должен был стартовать фильм «Мулан», «Тихое место 2», очередная часть «Джеймс Бонда» и, конечно же, всеми любимый «Форсаж». Эти премьеры попереносили на лето, на осень, а «Форсаж» аж на 1 апреля 2021 года. Конечно же, мир кино очень большой, и большинство проектов осталось на своих местах. На этой неделе хочу представить вам грандиозный проект анимационного мультфильма «Тролли. Мировой тур». Поп-тролли в шоке. Оказывается, мир музыки настолько большой, о чем они даже не догадывались. Это рейвы, опен-эйры, классические концерты музыки и, конечно же, хип-хоп-батлы. Но неудержимая королева Рокс хочет захватить весь мир и чтобы миром правил только хард-рок. Конечно же, как вы понимаете, наши тролли отправляются в большое путешествие, чтобы вместе объединиться против этой королевы. Шесть струн на гитаре королевы Рокс – это отсылка к камням бесконечности из фильмов «Мстители». Как и супергеройской ленте, главный антагонист направляет свою мощь на разрушение. А еще из анимационной ленты зрители узнают о силе тех обещаний, что сделаны на мизинчиках. Я смогу защитить тебя, клянусь, мизинчиком. Клятвы на мизинчиках нерушимы. На мизинчиках? Кино с 19 марта. Данную анимацию озвучивали наши российские актеры. Это и Михаил Галустян, и Полина Гагарина, и Дима Билан, и многие другие. Возрастной рейтинг 6+. Мы вас ждем с детками со своими. Но я думаю, скорее всего, они вас поведут в кино. Далее я хочу вас познакомить с российской комедией под названием «Номер один». Данный фильм рассказывает нам о молодом авантюристе и уже бывалом похитителе, которые хотят пойти на аферу века и выкрасть одну из самых дорогих картин современности. Но, конечно же, не все так просто, как они думают. Они думают, мы не ожидаем, что они сунутся воровать картину. Они думают, что мы не можем быть настолько идиотами. А мы... можем. «Номер один» — это название одной из картин американца Марка Ротко. Он — представитель абстрактного экспрессионизма, входит в число самых дорогих художников. Высокая стоимость его полотен нередко вызывает недоумение. Но на этот счет существует официальный документ. Американский суд признал Марка Ротко великим художником. Возрастной рейтинг этой комедии 12+. Мы вас ждем в кино. Также, дорогие зрители, напоминаю вам, что у нас в прокате идут следующие фильмы. Это «Бладшот» с Вин Дизелем, анимационный мультфильм «Вперед», «Отель Белград» с Милошем Биковичем и, конечно же, спортивная драма «Один вдох». Это все, о чем я хотел рассказать на этой неделе. Ходите в кино и не болейте.